Очень хорошая структура шерсти, это важно для этой разновидности. Очень хорошее соотношение высоты и длины, хорошего роста. Очень красивая голова, крепкие уши, темные глаза, очень хорошее выражение. Высокая холка, очень хороший линии верха и низа. Широкий, длинный, хорошо расположенный круг. Очень хороший звук, конечно, сзади. В передних, я думаю, плечо чуть-чуть маловато, я думаю, с возрастом все будет замечательно. Свободный, плавный ход, очень хорошая презентация, хороший характер у собаки. Я вас поздравляю, вице-победитель класса. Номер 64. В момент становится слышно. Вот не пойму, кто поет. Номер 64. Победитель класса подростка супная шерсть разновидность. Очень стильная, очень нарядная и выразительная собака. Очень громкая. В целом, с очень хорошей анатомией, очень красивым движением. Хорошего роста, очень хорошим соотношением высоты и длины, хорошим костяком. Выразительная, содержательная штука. Очень красивая голова, крепкие уши, очень хорошее выражение. Отличный выход шеи с красивым загривком. Ниспадающая линия верха. Отличное строение грудной клетки спереди, хороший фарбрус. Грудная клетка глубокая, длинная, но пока чуть плосковатые ребра. Отличные углы конечности спереди и сзади. Чуть-чуть длинновато голень. Конечности поставлены параллельно, но хотелось бы, чтобы все-таки были чуть-чуть шире поставлены. Хорошая структура шерсти, собака сейчас в разлинке, очевидно. Очень хорошо пигментирована и окрашена. Демонстрирует очень сбалансированный ход. Широким шагом, с продуктивным толчком. Это очень высокого класса собака. У меня к ней единственная претензия, она худовата. Она худовата. Но худоба никакого отношения к анатомии не имеет. Я думаю, хозяева ее чуть-чуть подкормят, и все будет хорошо. Это очень красивая собака. Я вас поздравляю, победитель класса.